Илья учится в Большевиземской школе искусств и уже 9 лет играет на скрипке. В день международной акции «Ночь музеев» вместе со своим ансамблем выступает на концерте классической музыки. Мы выступаем со своим ансамблем с произведением «17 мгновений весны» из кинофильма «Запах женщины моей» и «В лесу при фронтовом». Также играем сегодня в составе трио «Танго Горделя». Не только выступления артистов на свежем воздухе, но и насыщенная программа в стенах самого музея. Картины, предметы мебели, книги и интересные истории экскурсоводов. Погрузиться в пушкинскую эпоху смог каждый. Здесь я хочу обратить ваше внимание вот на этот предмет мебели. Это стол, называется секретер. Посмотрите, с навесшим, сделан в виде мавзолея. В 7 часов у нас будет концерт классической музыки, будет выступать Ирина Долженко, это очень известный артист, она солистка Большого театра. Вот. Параллельно начнутся экскурсии. Традиционно в Больших Веземах прошел спектакль в гостях у «Пиковой дамы» по повести Пушкина. Действие начинается прямо во время экскурсии. Актеры вовлекают посетителей в события прошлых времен. Также у нас будет проходить экскурсии, и уже пошли первые сеансы экскурсии при свечах и фонарях. Мы зажигаем свечи один раз в году, естественно, соблюдаем все правила безопасности пожарной. Также у нас проходит у экскурсоводов в руках фонари, они высвечивают те предметы, о которых они говорят. В этот день с 4 часов дня и до 2 ночи посетители смогли насладиться различными культурными мероприятиями. Ночь музеев стала уже традиционной и проходит в усадьбе Веземы на протяжении 10 лет. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».